Всем привет! И с вами вновь рубрика «Маленькие истории жизни темиртауцев». Знаете ли вы, что железная дорога, которая тянется вдоль левого берега Самаркандского водохранилища, была построена в середине 30-х годов прошлого века? Линия соединяла строительство плотины и Конгресс-1 со станцией Солонички и далее с Карагандой. К строительству железной дороги привлекались инженеры, прибывшие в поселок Самаркандский с Днепровской гидроэлектростанции из Украины и местные жители. Начальником строительства железнодорожной ветки Конгресс-1 Солонички был инженер Днепростроя Филиппов Павел Михайлович. Железную дорогу строили практически вручную, кирками и лопатами. Рабочие жили в степи, в палатках. На стройку привлекались и заключенные Карлага. Первые колесные тракторы и грузовые машины поступили на стройку весной 1935 года. В 1948 году была открыта станция Темиртау. По железной дороге стали ходить пассажирские пригородные поезда. И сейчас любой желающий может прокатиться на электричке вдоль Самаркандского водохранилища по дороге, которая была построена почти 90 лет назад.